Ну что, ребятки, всем привет. Заложим еще ящиков несколько яблок. Там еще груша. Я не знаю, видели, нет, я в инстаграме скинул. Грушу надо тоже закладывать. Дед сказал, что, короче, пролежит. О, и как раз и дядь Коля пришел. Я тут видео снимаю. Спасибо, дядь. А у меня такие же. Так я тебе привез, что тебе? Дядь Коля хлеба мне купил немножечко. У меня еще три штуки таких, дядь Коля. Сколько? Три вот таких. И вон я один нашел. Подожди, вон я тебе 10 штук привез. Ну. Я один вот такой еще нашел. Я вон сейчас лазил, чуть не убился. Не надо убивать. Короче, будем закладывать. Вот. Короче, дядь Коля меня все-таки приобщил к яблокам. Короче, ящиков вообще по-нормальному. Ну там груши много еще, хочу грушу пособирать. Еще есть зеленые яблоки. Пойдемте сейчас с вами будем смотреть, покажу я вам все это. Вот, ребята, груша еще, смотрите, ветки как гнутся. Она уже вообще нормальная, смотрите, но она твердая такая, чисто вот на зиму вообще она огонь. И она вкусная, сладкая такая. Вот это хорошая груша. Еще яблок. Ё-моё. Вот еще есть. Это я только здесь вот лазю. Ну, где рядышком с домом. О, смотрите, еще целое дерево. А вот зеленые яблоки есть. О, курочки мои тут. Они все дальше и дальше уходят. А вот зеленые яблоки. Вот, видите? Вот. Смотрите. Они желтеют. Вот. Вкусные. Короче, дед в свое время тут отжигал вообще по-хорошему. Пойдем посмотрим, где еще. О, еще дерево стоит. Ё-моё. Ну, это правда мелкие. Но все равно. Еще тут прилично. Вот дерево есть. Вот она. Так, пакет мой валяется. О, видите, какие тут дебри вообще. Тут столько надо выпиливать, капец. Вот еще яблоки тоже. Не крупные, но есть. Вот есть. Короче, тут еще яблок
Ой-ой-ой. Вот еще яблоки есть. Ой. Но они не крупные. Там вон их вообще тьма тьмущая везде, короче. Так, Димыч. Ну, вроде крупный орех. Ну, черт его знает, я его даже не пробовал, этот орех. Если честно. То я ходил, что-то не было нифига. Вот сейчас появился маленько. Попадал. Вот так вот. Пособирать чуть-чуть хоть крупного ореха. Крупный. Но он черный какой-то вот. Мне не нравится. Короче, надо ходить его искать. Короче, пошел посмотреть яблоки, нарвался на орехи, ребят. Это я в тот раз ходил, не было тут нифига, уже полпакета насобирал. Пособираем, что делать, орехи нужны. Ну, короче, вот так. Ведро орех собрал. Ё-моё. Ну, черный здесь орех все равно. Ну, есть там белый попадается, а так вот такой вот он черный. Ой, смотрите. Ну, что пойдет. Ведерко тоже не лишнее тут. Килограмма 3, наверное, 4 будет точно. Так что вот так вот. Ладно, двигаемся дальше. Яблоки надо еще 3 ведра яблок собрать хотя бы. Так что вперед. Из песни. Вот яблочки, ребят, вообще смотрите, какие крутые. О, нифига. Вообще нормально. Надо вот прийти сюда пособрать. Смотрите, что. Там он побольше есть, хорошие. Надо сюда, короче, прийти пособирать. Сейчас попробуем. Вкусно. О, видели? Уже почти мешок. Ё-моё. Вообще нормально. Ну и этот тоже. Это тонкие. Я их, кстати, в этом году даже еще не попробовал. Надо попробовать. Ящики разлетелись. Ветрище дует. Короче, вот задувает. Смотрите, что творит. Вообще жесть. Короче, я устал лазить. Но пособирал вот такие вот яблочки. О, они вообще прям красивые такие, капец. Ну и залез там на одно дерево, крупных насобирал. По возможности. Там. Короче, налазился вообще. Чуть не упал. Прикольно. Ладно, сейчас доложим тут. И все. На сегодня мне тут хватит. Останется потом грушу еще убирать. Не знаю, может попозже там. Ну, дед сказал, вроде как с бабушкой приедут. Бабушку, может, там сагитирует. Яблоки пособирает, пускай собирает. Мне хватит, у меня там уже пол подвала этих яблок. Сейчас эти вот позакладываю. Вот эти, видите, вообще такие уматные. Они такие нежные-нежные. Прям такой... Цвет у них прикольный. Ладно, короче, сейчас доделаю и все. Ну вот, короче, еще 2 ящика заложил вот так. Пойдемте в подвал их утянем, в погреб вернее. Короче, у меня целый склад. Вот. Вот таких вот 3 ящика. Вот ящик. Ой. Вот ящик крупных. И тут еще 3 ящика, короче. Вообще нормально. Все.
яблоками на зиму ударил. Думал я когда-нибудь, что я буду яблоки в погреб опускать, закладывать. Еще груши. Груши еще, ящиков несколько. Короче, нормально вообще. Фух, налазился я сегодня как скала. Дереволаз, ё-моё. Как дереволаз налазился сегодня по деревьям. Ладно, короче, вот так вот. Короче, у меня, ребята, сегодня кулинарный день. Яблоки заложил. Грушу можно еще потерпеть, пока еще, ну, еще, короче, можно потерпеть. Залез в холодильник, смотрю, у меня, короче, осталось, ну, гусиное сердце, короче, там, печень. Ну, и еще там что-то от курицы там где-то лежало. Я думаю, дай-ка я все это возьму да пережарю. Вот, все это порезал. И теперь я все это жарю. И жарю у меня, короче, в сковородке оставалось, ну, я там вчера что-то делал, не помню, что. Короче, мясо делал в этом. И у меня, короче, растопилось там сало. И, короче, в сковородке оставалось сало. Я думаю, ну, пожарю на этом сале. Короче, замутил, как этот, бубльгум какой-то там, короче. Нарезал луку, порезал перец. Сейчас я его порежу быстренько, этот перец. Ну, меленький, это последний уже. Вот. И, короче, это... Ну, что-нибудь сейчас замучу, притащил морковку. Сейчас, короче, что-нибудь замутим. Ну, я хочу сделать как, ну, типа, я не знаю, подлив, что ли. Ну, и что-нибудь приготовлю еще, что-нибудь сварю такое. Супом, понятное дело, да, ну, что-нибудь мясное надо обязательно. Сидят меня ребята, охраняют, и такой рот открывает. Мяу. Смотрите, что. Солнышко здесь видит. Опа, рыжики, чё? Чего мяу? Я ничего не давал. Ой-ой-ой, до вечера еще время есть. Я им сегодня китикет просто не давал. Я китикет принес сюда, поставил. Все, вот вчера купил, дал им. И все, они кашу не хотят есть. Я им с утра кашу дал, они не хотят. Вот они ходят, вымогают. Чё надо? Китикет у меня вымогают, ходят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Где еще? А, еще Маргоша где-то. И еще кого-то я не вижу тут. А, рыжий тут котенок. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. А, девять. Маргоши нет, Маргоша в доме спит. Котята вот. Да не все котята, все мелкие. Ладно, готовим дальше. Закинул лук. Сейчас пережарим все это дело. И что-нибудь надо, ну, что-нибудь сварить. Не знаю, сейчас посмотрю, что там есть. Может, рожки какие-то. Ну, рожки так, на один раз. Не знаю, что. Короче, посмотрю сейчас. Короче, я решил отварить гречки. Поставил ее в микроволновку. А здесь у меня, короче, тушится. Добавил приправу, вот такая вот. Для курицы приправа. Ну там я чувствую запах хмели, сунели есть. Ну, короче, такое ничего. Смесь овощей и чуть-чуть ролтона. Вот. И я теперь тушу вот это все дело. Запах стоит, ребята, вообще бешеный просто. Просто капец. Все, пускай она сейчас тушится. Вот так вот. Просто красота. И все, и таким образом у меня ужин будет. Ну вот и гречка почти готова. Добавил туда приправы. Перемешал, сейчас поставлю еще одну минуточку. И все, я попробовал. Вот, ну а здесь вот такая вот красота, ребят, получилась. В общем, ладно, догоняем ситуацию. Ну вот, ребятки, вот такой вот у меня будет сегодня ужин. Гречка. С мясом, с гусиным, с куриным. Очень вкусно. Хлебушек. Сейчас я быстренько перекушу. Время уже, ну да, уже, наверное, ужин. О, ну да, 4:30. Перекушу, ну и пойду я, наверное, все-таки покошу там. В огороде надо покосить. Не знаю, буду снимать, не буду. Ну, в общем, вот такое видео сегодня было. Понравилось, ставьте лайкосик.
пишите комментарии. Комментарии читаю, но не отвечаю. Отвечаю очень-очень редко вообще. Поэтому, ну, не обессудьте. Я сегодня просто прочитал, там один товарищ там пишет. Я так понял, там он не отвечает на комментарии. А что тебе ответить? Привет! Привет! И что? Я с вами здороваюсь в каждом видео в начале. Так что как-то вот так, друзья. В общем, все. Не забывайте поставить лайкосик, подписаться на канал. На Яндекс.Дзен подписывайтесь тоже. Вот так вот у меня сегодня день прошел. Ну, практически весь день. И яблоки, то все, 5-е, 10-е. Короче, вот так. Все, всем пока.